С будущей профессией, похоже, определились и посетители зоны отдыха «Жас-Сарбас». Впервые в этом году дети военнослужащих отдохнули в специальном лагере. Он расположен в живописном уголке на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА. С начала лета здесь приняли свыше 320 детей. Для ребятишек, прибывших из разных регионов, организуются экскурсии, различные игры и спортивные состязания. Теперь такие сборы будут ежегодными, обещают организаторы. Сегодня пятый сезон, завершающий итог. Закрываем военно-патриотический сбор «Жас-Сарбас». Дети «Жас-Сарбас» в основном участвовали в военно-спортивных играх. Организованы были спортивные секции с тренерами, встречи с знаменитыми спортсменами, олимпийским чемпионом спортивного комитета ЦСКА, а также ознакомление с вооружением военной техники вооруженных сил республики.